И вспоминается один случай, когда работал в Бриланском университете, и там была группа диалога между светскими религиозными студентами, много очень групп, да? И вот несколько лет подряд мы открывали русскоязычную группу. И часть программы это был шабатон, который мы вместе все проводили. Это там, например, 200-300 человек. И вот одна такая небольшая русскоязычная группа, 20-25 человек, подавляющее большинство светские ребята, очень хорошие еврейские светские ребята, и мы пригласили на шаббат Авиталь Шаранскую. Она приехала с мужем, Натаном, он тогда был министром по делам диаспоры и по делам, кажется, Иерусалиму, еще что-то, не помню, короче, но все. И у нас в основном с Авиталь мы сидели, было несколько встреч. И вот эти ребята сидят, и она сначала рассказывает свою историю. Их историю, да, то есть с Натаном, и как она к этому пришла, и как она поняла, что от нее хочет Всевышний, и как она начала борьбу, и как она подняла, собственно, весь мир на борьбу за освобождение, отпусти народ мой, освобождение советских евреев. Об этом она рассказывала на первой встрече. А на второй встрече она обратилась к ребятам, и она им сказала: вот скажите, вы образованные люди, светлые умы, там, того первая степень, того вторая степень, что вы вдруг, да, то есть вы хорошо жили, кто здесь спрашивает, кто-то страдал от семитизма? Никто не страдал. Это уже, да, то есть уже там 90-е годы, 2000-е годы. Встреча была, не знаю, 2000, не помню, 2000, может, второй, третий год, неважно, да, то есть то ребята, которые они на себе не испытали антисемитизм. И вдруг вы, каждому обращаясь, ваши семьи, вдруг, да, то есть взяли, собрали чемоданы и отправились на трассу. Страну, о которой вы не слишком много знали, на чем языке вы не говорили, вы чувствовали себя как рыба в воде в русской культуре, литературе, вы слушали русские песни, вы видели в России свой духовный дом. И вдруг, внезапно, абсолютно, да, иногда принимается решение за неделю, 2 недели. Взяли и сюда собрались. И, действительно, и почему приехали? Она задала вопрос, скажет, почему приехали? И люди не знают, они говорят, ну почему? Ну, соседи поехали, мы тоже поехали. Ну, не знаю, родственники поехали, мы тоже поехали. Ну, елки-палки, каждый из нас, пусть посмотрит на себя. У нас родственники, я думаю, разбросаны по не знаю, скольким континентам. Может быть, за исключением Африки. И то, не знаю, ЮАР там. Не знаю. Понимаете, это значит, что я собираюсь туда ехать сейчас? Потому что у меня есть родственники, не знаю, там, в Америке, в Канаде, в Австралии. Это значит, что я туда еду, переселяюсь? С какой стати? С какой стати вы переселились вообще? С какой стати вы приехали? И люди, они так задумались, ну как, ну не знаю, ну как корзина абсурда. Как корзина абсурда? Корзина смешно, а? Корзина... Вас купить за 20 тысяч шекелей, сколько, 12 тысяч шекелей, не помню, сколько тогда было. Смешно. Там у вас все, там у вас степень, там у вас друзья, там у вас понимание, где вы живете. И люди, ну, они действительно, они не, ну, не знаю, по-настоящему не знаю. И тогда она открыла второзаконие. И начала читать, просто читать из этой главы Ницавим, где сказано: и соберу вас с 4 краев света, и на орлиных крыльях, и привезу их, и перенесу вас к себе. И видите, абсолютно светские эти ребята, да, то есть, мне было стыдно, потому что они,
На переменке они выбежали. Я просто был свидетелем этого. Они схватили за свои сотовые телефоны. Тогда уже были. Начали звонить домой. Абсолютно в трансе каком-то. Папа, мама, я все понял. Почему мы здесь? И наконец-то понял. Да? И тут ты понимаешь. Человек 10 лет был в Израиле. Не понимал, что он здесь сделал. Не понимал, что он здесь сделал. Пришла одна простая женщина, совсем не простая, великая женщина, я говорю ее словами. Своя простая бабушка. И простыми словами объяснила на их языке, но без малейшего компромисса с языком Торы, объяснила, да, преподала Тору жизни прямо из источника жизни. С любовью, со светом, с радостью. Слова милости и разума. Отборные, простые слова, простые. Что вы, почему вы приехали? Понимаете?